жизни Тиля Райгнера все было прекрасно. Пока. У тебя есть машина? Не трогай ее. Что ты сказал, ублюдок? У меня есть машина. Здесь есть запасной выход. Да. Где? Обернись. Заложник находится в руках неизвестного грабителя, который сейчас в бегах. Почему ты просто не отпустишь меня? Почему бы тебе просто не заткнуться? Не вопрос. Но с таким заложником все пойдет не по плану. Открой! Ну что еще? Моя нога! Твоя нога окажется в заднице, если не откроешь. Эй, принцесса, ничего, что я к тебе лицо? Сказал 15 кусков. Это без налогов. Контракт недействителен. О чем сейчас говорит этот малохольный? Агент должен предоставить гарантию как минимум на год, и это указано вот здесь. Странно, что вы не заметили, так что контракт недействителен. С правовой точки зрения. Да чтоб тебя! У нас просто сложный период. Такое иногда бывает. Это он смеялся в последний раз. Кто это? Я, Тиль. Он со мной. У меня есть для тебя работенка. Эти двое... Сначала мы сделаем дело, а потом как следует оторвемся. Не могу поверить, что он не отвечает. Не искали друг друга. Но нашли. Я хочу позвонить своей жене! У меня немного времени, ты же знаешь, что я в заложниках. Я позвоню, когда мне этого захочется. Ты серьезно? О, да. Мне нужно побыть одной. Мириам. А ты говорил, у вас все в порядке. Она в последнее время какая-то нервная. Я знаю только один способ расслабить женщину. Ну, заткнулись оба! Рванем теперь в Голландию. Голландия — дерьмо. Она как большая деревня, только страна. Чёрт! Факап или хуже не бывает? В порядке? Идиот. В кино с 14 мая. Зато не соскучишься.